Конец 14-го стагоддзя был непростым часом у нашей истории. Складанное внутреннее дочинение, напруженная международная ситуация вымагали шукать подтримки у союза с соседними державами. И выбор гэты потребно было робить Ягайлу. Каб пераодолить внутренний политический кризис, Ягайла спочатку разглядая верогодность хаврусу с московским князством. Але и Ордан, и Орда зрабили все магчимое, каб гэтага не отбылося. Ягайла урэште скировывая увагу на Захад. Головной проблемой польского королевства в той час была агрессивная политика немецкого ордена. До середины 14-го стагоддзя Польша стратила Силезию и Поморье, была отрезана от мора. Хаврус великим князством дозволял объединять силы супротягульного ворога. Причины хаврусу двух держав, Польши и Литвы. Яны навідавоку першыя гэтыя прычыны. Змаганне з агульным ворагам, тэўтонскім ордэнам. Эта дзяржава тэўтонская, невялікая, але добра арганізаваная, была вельмі небяспечная. І для Польшы, і для Літвы. Яна адабрала кавалкі тэрыторыі ладныя. І ад нас, і ад палякаў. З іншага боку, Ягайла вагаўся паміж усходам і захадам. З іншага боку, гаворка ішла пра тое, куды пойдзе краіна. Яким керунку цивілізаційним. Мівся на увазі так само союз з московським князем і прийняття Ягайла православ'я офіційної релігії у державі. Але йон на гэта не пайшов, хоч православні були більшість у країні. Йон пайшов у бок Заходу. Это зрозуміло, бо звичайно в історії беруть приклад з мацнейшого. Росіяці, московіти брали приклад з моцних татарів. Звичаї, зброю, одзенне, нявестаў бралі. Ягайла браў прыклад з мацнейшай цывілізацыі, якая была побач заходнеўрапейскай. Вось крыжакі побач, вось палякі побач, вось венгры побач. І таму ён прыняў вельмі важнае стратэгічнае рашэнне, арыентацыю на заходнюю Европу. І таму мы зараз еўрапейцы. 14 жніўня 1385 года у Крэўскім замку, это теперь вёска Крэва в Смаргонском районе Беларуси, Ягайла сустрэўся с упаўнаважанымі послами польской короны. Великое князство Литовское так само представляли браты Ягайлы – Скиргайла, Карыбут и Лугвен, а так само Вітаўт. Крэвская уния – складаная гістарычная падзея, у якой можна выделить некалькі планов. Найбліжшы план – это ближайший. Унія – саюз двух дзяржаваў Польшы і Літвы для змагання з агульным ворагам тэўтонскім ордэнам. Другі план – это асабістыя інтарэсы Ягайлы, ён вырашаў свае амбіцыі кар'ерныя. І трэці план – это стратэгічная пераарыентацыя краіны Вялікага княства Літоўскага на заходнеўрапейскую цывілізацыю. Адбылося падпісанне акта, які засведчыў аб'яднанне Вялікага княства і Польшчы. Гэты акт атрымаў назву Крэвскай уніі. Унія ад лацінскага уніво, хаурус, задзіночэнне, аб'яднанне. Паводле акту Ягайла станавіўся адначасова і ўладаром Польшчы, але мусіў выканаць некаторыя ўмовы. Сярод іх прыняць каталіцтва і ахрысціць па заходнім абрадзе сваіх падданных, якія да гэтага часу заставаліся язычнікамі. А галоўнае – назавжды далучыць землі Вялікага княства да каралевства польскага. На гэтай падставе некаторыя гісторыкі сцвярджаюць, што тэкст Крэвскай уніі быў ужо ў пазнейшы час сфальшаваны. Ён нагадвае поўную капітуляцыю Вялікалітоўскага князя. Між тым, у Востраўскім пагадненні 1392 года і Віленска-Радамскім акце 1401 года подписанных неўзабаве пасля Крэўскай уніі, нічога не сказана пра інкарпарацыю княства ў склад Польшчы. Спрэчкі наконт аўтэнтычнасці акту так званай Крэўскай уніі, апублікаванага ўпершыню ў 19 стагоддзі, пачаліся пасля таго, як эміграцыйны літоўскі гісторык Дайнаўскас у 1970-х годах назваў гэты дакумент фальсіфікатам. І ў нас, у Беларусі, знайшлося
немало прихильников такого погляду и сярод гісториков, и еще больше сярод аматоров истории. Але треба отзначить, что никто из них не вывучал сам акт, не займался этой проблемой непосредственно. А у Польши на хвале этой дискуссии, пачатай Дайнаускасом, вышло несколько вельми серьезных крыніцазнаўчых доследований, у яких доказывается, что, по-перше, гэты акт был вядомы в 15-м стагодзе, он знаходился у архиве у Кракове, и его нават ведал и карыстаўся им Ян Лугаш, только что он по-иншему его пераказал. А недавно и у Литве, там, где было наибольш скептиков, что до аутентичности этого акта, вышла важная праца, у якой однозначно подтверждается, что акт был правдивый, и печатки, которые до него подвешены, это сапраўдныя печатки Вітаўта, Лугвена и Карыбута. Так что, я думаю, питание это может быть закрытым, и у сапраўднасці Крывского акту больше не треба сумневаться. Подписанная уния была кончаткова затвержена праз год, коли после шлюбу Ягайлы с 12-годовой королевой Ядвигой отбылася урочистая церемония коронации. С гэтага часу Ягайла почав официально титуловаться королем Польши, верховным князем Литвы и дедичем земель Руси. Вернувшись в Вильню, Ягайла проводит обяцанное хрещение Литвы. Бояры, которые приняли католицтво, отримливают значные привилеи. Ягайла створяет католицкое бискупство с катедрой у Вильни. Уладанни костела отримливают полный финансовый и судовый иммунитет. Это все обернулось значными стратами для православной церкви у Великим князстве. Скориставши незадоволенность православной белорусской аристократии деяниями Ягайлы, Вітаўт распочиная войну за уладу. Заручившись подтримкой прусских рыцарей и московского князя Василя I, Вітаўт невзабаве захопливая Гародню и Новоградок, доходит навод до Вильни. Ягайлу было зрозумело, без компромисса уладу утримать не удастся. 4 жнивня 1392 года у острове, что на Городенщине, помеж Ягайлом и Вітаўтом было подписано погоднение. Згодно с ним, улада в Великом князстве пожиттево передавалась Вітаўту. Компромисс Ягайлы с Вітаўтом – складанная речь. Они вельми затято между собой ворогавали, в единстве сябравали, потом затято ворогавали. Врешті решт Ягайло, як розумний політик, був вимушений пойти на компроміс з Вітаутом і віддав йому владу Великим князю Литовським. Але цікаво, Вітаут після перемоги над Ягайлом не відкинув усі його орієнтації стратегічні. Наприклад, Вітаут підтримав орієнтацію Ягайли на Західню Європу. В Градівській унії 1413 года литовские роды приняли католицтво, Вітаўт подтвердил привилеи католикам. Это значит, гэты выбитный человек, выбитный политик, разумел значение этого кроку, стратегической ориентации на Европу. И так далее повинно быть у нашей истории. Крывская уния стала переломным моментом для нашей истории. Где начинаются близкие стосунки с польским королевством и початок вестернизации краю. Амаль праз два стагоддзі яны прывядуць да стварэння Рэчы Паспалітай і ўключэння Беларусі ў абшар еўрапейскай цывілізацыі.